что эти, катите туда, катите вот эти, в крайне, что вы смотрите? Подонок, ну пока просто подкатить туда, вот к елке, потому что здесь, сейчас он накатит, они будут эти, пробка будет, им некуда будет скидывать, понимаешь? Туда просто скоти на дороге, оставляйте вот два ряда, вот так раз и два, а потом это, поворачивай туда. Вот так вот, раз. И чуть-чуть вот до елки докати, а потом посмотрим, где поддоны будут. Вот, до елки один, рядом второй. Один, второй, потому что там, видишь, еще на улице стоят. Вот сюда вот, раз. Все, пусть стоит, оставляй. Вон, и следующий рядышком прямо сюда ставь, вот. Там, да? Да, вот туда, потом посмотрим, поддоны принесут, сейчас еще два добавим. Просто их покучнее, их же надо накрывать, потому что ночью снег будет. Все, по прямой, и следующий рядом к нему. Смотри, он, видишь, куда швыряет? Сейчас засыпешь там дорогу у них. Чуть вот так вот сюда, чтобы она вот так вот сыпала. А то ты сейчас их засыпешь всех. По плечу мне. Круто. Ну, видишь, уже поедают. Здорово, что тут, какие делишки? Что, а когда успел ты ей сказать, что заказывать дорог? Вчера? Ну что, один рейс будет, да? Понял. Ха-х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 а
Ножики для кухни. Смотри, вот такие перчатки, может, пойдут. Прям на перчатки их можно надевать. Такие полиэтиленовые. Может, они лучше будут зимой, чем латексные. Посмотри. Ну вот вы щенков берете. Да. Как одноразовые перчатки. Да, конечно, для щенков. Не, ну такие они, видишь. Понятно? Ну прям на перчатки оденешь, ну и все. Ну на, все равно что у меня в машине валяют. Круто. Ha ha ha!
Ёп. У тебя, бля, Wi-Fi не включен, блин. Оля, закажи мусор сюда, на это, на Балучёво. Только заявку заказывай на сегодня, чтобы ее приняли. А вывоз на понедельник, на 30 ноября. А это у нас ремонтики, видишь, ремонтируют как. Затычка, кран сорвала. Полиэтилен свернули, заткнули и все. А эти краны вот валяются, видишь? Которые лопнут нахрен. Одиночка, да? На, пожуй. Бурьян. Все, тут лето. Это сейчас на зиму заглушка. Ой, не заглушка, кран на зиму. Сюда шланг можно подсоединить. Здесь заглушку поставить. Это летний вариант. Летний вариант вот отсоединили. Вот отсоединили, и вон он по верхам идет. Краны все открыты, все должно быть весне, сейчас зима. Колодец тут затапливает нас, поэтому периодически приходится откачивать. Вот. А чтобы вода, видишь, тут все затапливает, чистая вода, видишь. Не знаю, дренажная система какая-то, бля. Вот хочу сейчас соединить, чтобы по этому шлангу откачивало туда за забор. Чтобы вот это болото не было, потому что сейчас два дня только вот качаем сюда, и уже все затопило, бля. А если до весны, то тут вообще будет как каток. Пробуем. Вот ручей тут был. О! Собака сбежала. Бежит. И всему приюту завидно. Одна бегает. А мы сидим. Вот это мне нравится. Видишь, затопило. Почему, блин? О! Ведрёно посадило. Что делать, я не знаю. Попробую залезть сюда, что
Блин, ногу не могу забрать. Крыша вода вся стекает, офигенно. Блин. Круто. Так. Спуститься. Орлы. А, ты что у рысина ногами, да? А? Собака. Первый ряд. Что? Что ходить? Поговорить? Давайте поговорим. Три. Тихо, орлы, что такое? Что такое, ребята? Три. 4, 5. Навес 5. Ну что вы, навес 5,5. Ha ha ha!
Мариев. Ha ha ha!
Портос, блин. Пять.